Всем привет, у нас 10 утра, такое вот небо, пока нет дождя, но все-таки затянуто, возможно, что-то будет, потому что такое небо, хотя сложно понять, потому что оно так вроде хмурое, но не совсем. По температуре пишет 16 градусов, но 16 скорее всего нет, но на улице при этом тепло, как бы все равно ощущается, что довольно-таки тепло. Так вот, начался наш день, посмотрим, пойдет ли дождь. Время почти 3. Вот такое хмурое небо. И все-таки у нас моросит дождик. Не знаю, на камеру, наверное, не передает. Он очень-очень мелкий, но он уже так приличненько накапал. По температуре не холодно, пишет 15 градусов. Ну, вообще не холодно, даже с учетом того, что дождь. На улице не холодно. 7 вечера. У нас все так же сегодня хмуро. Сейчас дождя нету. Ну, в течение дня попеременчиво то моросил, то прекращался, но он такой совсем очень слабенький, поэтому так, подмочил, чуть-чуть покапал, ну, в целом, так, ничего существенного нам не принес. Вот, по температуре 13 градусов, на улице не холодно, но уже вечер, чувствуется, что даже немножко становится прохладнее, но не холодно. Вот такая вот сегодня у нас была погодка целый день.